Привет всем! Вы на канале Jellius. Сегодня у нас на обзоре беспроводные наушники Jellius Crossfire со встроенным MP3-плеером, специальным приложением персональных настроек для Android, встроенным микрофоном и другими фишками, о которых мы расскажем далее. Наушники мы подарим кому-то из подписчиков YouTube-канала. Также в финале этого видео мы объявим победителя предыдущего розыгрыша электроштопора Jellius. Вернемся к обзору. На данный момент Jellius Crossfire можно купить на официальном сайте за 599 гривен. Доступны два цвета – черный и розовый. В коробке вы найдете сами наушники, инструкцию, шнур для линейного подключения наушников и microUSB кабель для зарядки. Jellius Crossfire легкие и удобные. Размер дужки регулируется, плюс она обшита мягким материалом. Дизайн внешней стороны чаши сделан в стиле виниловых пластинок, а внутри мягкие амбушюры, благодаря которым даже при долгом прослушивании музыки наушники не доставят дискомфорта. Все порты и кнопки управления находятся на правой чаше, а именно встроенный микрофон, кнопка включения, выход мини-джек, разъем microUSB для зарядки, слот для карты памяти, ролик регулировки громкости и кнопка вызова. Для Jellius Crossfire было создано специальное приложение. С его помощью вы можете настраивать эквалайзер, редактировать список Bluetooth-устройств, с которыми будут сопрягаться ваши наушники, редактировать плейлисты на microSD-карточке, добавлять или удалять радиостанции для прослушивания, а также увидеть информацию о заряде аккумулятора наушников. Также эти наушники оснащены микрофоном, следовательно, есть возможность использовать их как Bluetooth-гарнитуру. При разговоре собеседник будет вас слышать примерно так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Звучат наушники, учитывая стоимость, очень достойно. Весь воспроизводимый спектр частот разборчив. Характерных выпираний какого-то спектра или завалов нет. С проигрыванием потоковой музыки с популярных сервисов наушники хорошо справляются. К тому же в любой момент пользователь сможет подкорректировать звучание с помощью эквалайзера. Наушники Jellius Crossfire поддерживают Bluetooth-версию 4.2. Стабильно работают в радиусе до 10 метров, а также имеют достаточно неплохую автономность. В активном режиме способны проработать до 6 часов. Эта модель наушников благодаря своей конструкции максимально универсальная и подойдет практически каждому, а также станет отличным выбором для детей. Во-первых, они очень легкие, так как вес составляет всего 130 грамм, и, как видите, компактные, ребенку будет комфортно в таких наушниках. А во-вторых, у этой модели пиковый уровень громкости лимитирован, то есть производитель ограничил максимальную громкость наушников, благодаря чему дети не испортят себе слух, прослушивая музыку даже на максимальной громкости. И чтобы получить беспроводные наушники Jellius Crossfire, вам нужно будет сделать несколько простых действий. Подписаться на наш YouTube-канал, Instagram и Facebook, поделиться этим видео на своей странице Facebook и оставить осмысленный комментарий под этим роликом. Победителя объявим ровно через неделю в следующем обзоре, выбрав с помощью рандомайзера. Всем удачи! А сейчас пришло время объявить победителя предыдущего розыгрыша электроштопора Jellius. Запускаем программу рандомного выбора комментария, и победителем становится Александра Основа. Поздравляем с победой! Ставьте лайки, обязательно участвуйте в розыгрышах и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить обзоры новых гаджетов, которые мы продолжаем еженедельно разыгрывать. Спасибо, что смотрели, увидимся ровно через неделю. Всем пока!